Друзья, всем добрый вечер. Пожалуйста, подтвердите в чате, слышно ли нас и видно ли нас, и мы начнем сегодняшнюю очень интересную сессию. Всем привет. Да, ждем комментариев. А, насколько я знаю, по-моему, все. Да, все, мы в эфире. Угу. Да, вижу, что люди уже тоже пишут. Да, всем привет, дорогие друзья. Доброго времени суток. Во-первых, как обычно, спасибо, что присоединились к нам сегодня. Ваше внимание очень важно. Сегодняшнюю трансляцию мы проводим в рамках нашего онлайн-хакатона, который идет полным ходом. Уже более 30 команд подали заявку. Спасибо вам за интерес и поддержку. И важный момент, который я хотел бы обозначить, это то, что вы также можете ознакомиться с проектами и даже поддержать их. Все подробности есть по ссылкам в описании. Но у нас сегодня в гостях особенно интересная сессия с проектом Bear Capital, международным венчурным фондом, специализирующимся на венчурном инвестировании на криптовалютном рынке. Фонд входит в топ маркетмейкеров на крупнейших криптобиржах, что тоже очень, очень интересно. Сегодня у нас в гостях Рафаэль Шмерц, глава CEO фонда, и тема нашей сегодняшней сессии звучит как особенности отбора проектов и команд для инвестиционной поддержки проектов фондами. Будет много интересной информации. Рафаэль расскажет о том, как менялась эволюция крипторынка и подходов к инвестированию на нем, как фонд подходит, да, к стратегическому планированию, в какие проекты инвестирует фонд, как эти проекты отбирает команда. В конце сессии ответим на ваши вопросы, которые вы отправили в Google форму. Как мы упоминали, авторы 5 лучших вопросов получат по NFT. Авторов выберем прямо на трансляции. Так, Рафаэль, здравствуйте. Во-первых, спасибо, что присоединились к нам сегодня. Во-вторых, хотелось бы начать, да, с небольшого интро. Не могли, пожалуйста, немного рассказать о себе? Да, спасибо, Эдуард. Спасибо большое. Мы гордимся и рады, что мы присутствуем, можем рассказать немножко, может быть, кому-то ответить на вопросы, которые людей беспокоят. Я уверен, что у Binance огромный комьюнити в России, в Украине, в принципе, в русскоязычном мире, даже не только там в рамках СНГ и бывшего Советского Союза, поэтому всех приветствую, всем привет. Небольшое интро. Значит, я родился в СССР, конкретно родился в Грузии, потом мы переехали и жили в Москве долгое время, затем мы уехали в Израиль, это все мое школьное время было. Значит, школу я закончил уже в Израиле, соответственно, пошел учиться в Технион институт на electrical engineering, я не знаю, как это по-русски сказать, вот, ну, такой довольно-таки сложный факультет был, и, значит, меня все-таки больше почему-то интересовали финансы, потому что бэкграунд у моего отца был все-таки из финансов, из мира финансов. Даже в Советском Союзе он работал в Центральном банке еще. Поэтому я пошел учиться потом на экономический факультет также. И, в принципе, большую часть моей карьеры потом проработал на позициях там, финансового менеджмента и управления. И работал с банками очень часто. Вот. Начиная с 2016 года, когда я начал потихоньку узнавать про блокчейн и криптовалюту, начал погружаться. В принципе, у меня заняло год, чтобы для себя понять, насколько мне это интересно, насколько я хочу погружаться дальше. И к моменту, когда в 2017 году уже все были заинтересованы, большая волна хайпа была, интереса, там ICO, биткоин и все, что вокруг происходит, я уже к этому моменту набрался какого-то опыта, очень много изучал, как, конечно, этот год с 16 по 17 год. У меня большее время проходило на чтение, изучение, просмотр, тестирование, трейдинг своими руками, на ICO, участие в каких-то возможных там ICO-шках, майнинг в том числе. То есть, в принципе, перепробовал практически все, чтобы изучить индустрию там, с самого низа и фундаментальных вещей и до там, каких-то футуристических будущих
проекции того, во что это может уродиться, что из этого может вырасти. Как бы то ни было, я понял, что потенциал большой. И вот в 2017 году вместе с друзьями, партнерами и новыми людьми, с которыми познакомился за это время, мы начали создание этого фонда BR Capital, но параллельно продолжили и трейдинг, но уже немножко на другом уровне, уже алгоритмический трейдинг с командой. Продолжили инвестировать, продолжили расширять свой нетворк, свое знание, изучение. То есть вопрос изучения и лернинга, постоянного пребывания в качестве студента как такового, он не заканчивается в нашей индустрии, потому что она, я считаю, только-только зарождается. Вот. Мы слышали эти слова и в 2016-2017, что только зарождается. Но мне кажется, мы все еще находимся на стадии, где все только зарождается. И мы это видим на примере DeFi, мы это видим на примере NFT, мы видим это на примере там, того же самого там, биткоина и других стартапов, которые развиваются. И очень много ниш в нашей индустрии, которые еще очень сильно недоразвиты. Поэтому все еще впереди. Я рад, что мы находимся там, где мы находимся, в нашей индустрии. Я рад, что мы находимся на ранних стадиях и что мы пытаемся инвестировать, поддерживать, продвигать и развивать всю эту нишу, которая называется блокчейн криптовалюты. И, в принципе, наверное, на этом мой интро и заканчивается. Спасибо большое. На самом деле, очень интересная история. И не терпится, да, перейти к самой, соответственно, основной части презентации, поэтому также вам слово. Давайте быстренько попробуем пробежаться, потому что вопросов много, и я хотел бы максимально попробовать ответить на те вопросы, которые мы уже видели. Тогда я перейду к презентации. Да? Эволюция крипторынка, подходов к инвестированию на нем. В 2017 году, ну и до того, в принципе, речь шла только о монетах, хотя вроде уже появился эфир, мы понимали, что начинается ICO, но то, что произошло в 2017 году, мы увидели, это форк биткоина, и популярность была, если мы про монеты говорим, это еще до ICO, это биткоин, лайткоин, Dash, Monero, вот такие вещи были, стейкинг, и в принципе майнинг и стейкинг как таковой, он только-только зарождался тогда, да, и первым таким use case, который был, это EOS был, но до того, в принципе, был майнинг физически как таковой. Потом последовала эпоха ICO 2017-2018 года. Что такое, особо ничего не скажем, мне кажется, мы все знаем историю 2017-2018 года. И следующим этапом уже является, скорее всего, вот текущий такой цикл, да, его называют таким суперциклом сейчас развития венчура и инвестирования, и в принципе всей индустрии. Идет сильнейшая конкуренция, конечно же, фондов за качественные проекты. Вот. Есть небольшие публичные аллокации, которые, наверное, и раздувают цены, потому что они небольшие, а публики много. Вот. Очень много проектов сейчас выходит с высокой капитализацией уже изначально. У некоторых даже нету там, MVP какого-то или продукта. Вот. Поэтому мы очень сильно поддерживаем в этом плане хакатоны, которые Binance организовывает или другие команды организовывают. Мы сами тоже участвуем в организации некоторых хакатонов и будем очень сильно делать акцент как раз на хакатонах, потому что это там, где можно проявить себя, там, где можно выследить таланты. И я считаю, что там 30 проектов, которые сейчас через вас проходят, Эдуард, через Binance, это очень круто, это вы большие молодцы. Вот, и мы, конечно же, присматриваемся к этим проектам сейчас в том числе. Да, ну мы знаем, наверное, в принципе, что капитализация уже достигла 2 триллиона, даже выше. Может, сейчас чуть-чуть откатилась, но суть не в этом за последние дни. Подход фонда к стратегическому планированию инвестиций на примере DeFi Landscape. Давайте быстренько пробежимся. Да, значит, появились индексы, они были, в принципе, еще в 2017 году все говорили децентрализованные финансы, децентрализованные биржи. Да, финансы меньше говорили. Были, что было в DeFi, что было в децентрализованных финансах или открытых финансах, как их называли до популяризации термина DeFi. У нас были DEXы, в принципе. Вот у нас были DEXы, и Binance в этом направлении очень активно двигался, еще начиная, мне кажется, там с 2018 года, да, развивался и строил. И как мы сейчас видим, это было не зря.
Вот эта ставка была сделана не зря, и развитие всей экосистемы. Системы ECZ, в принципе, выступил, мне кажется, в ноябрь было, когда объявил, что он большой фонд запускает. Могу ошибаться, октябрь, ноябрь. О запуске 100-миллионного фонда в поддержку всей экосистемы DeFi вокруг Binance Chain. И это была правильная ставка в тот момент. Вот. Но если мы рассматриваем текущую ситуацию, да, то есть появились эти DEXы, и DEXы были усилены появлением так называемых AMM-ов, то есть автоматизированных маркетмейкеров, где люди, любой человек, в принципе, мог стать маркетмейкером, поставив ликвидность в ту или иную децентрализованную биржу. Конечно же, потенциал развития AMM-ов, он колоссальный, да. Агрегаторы, деривативы, и мы, конечно же, фокусируемся на инновациях в этом секторе. Потом появление лендинг-платформ, которые мы, ну, допустим, там Compound тот же самый, Aave из самых известных, да, мы видим потенциал развития fixed yield продуктов, то есть фиксированных, потому что на сегодняшний день тот же самый Aave был, в принципе, одним из первых, кто в лендинге предложил какую-то фиксированную ставку, да, но эти фиксированные ставки значительно ниже, чем если ты идешь в сторону плавающих ставок. Большой, конечно же, там потенциал в развитии вот этой ниши в DeFi fixed yield products, фиксированных ставок. Риск score, да, скоринг и репутация. Мы сегодня не имеем никаких, то есть традиционных финансовых банках, у них у всех есть свои там бэк-системы, систему безопасности, систему скоринга, банки между собой делятся информацией, ну, понятно, что она конфиденциальна, но они делятся какой-то информацией, кто-то в черных списках, кому-то открывают что-то, кому-то не открывают, кто-то там зарабатывает достаточно баллов, чтобы получить кредит, кто-то не получает этого, то есть скоринг вот этот вот так называемый в традиционных финансах, он у нас по сути вообще отсутствует в DeFi, мы не знаем, и это как раз причина того, что ну, мы не знаем, у кого какая история, у человека может быть несколько, там, множество кошельков, у человека может быть какая-то плохая история кредитная, да, или он часто попадает на ликвидации, или же он там какой-то в скамных проектах участвовал нарочно, ненарочно. Ну, в целом скоринг, он нужен для чего? Для того, чтобы людям выдавать какие-то кредиты, правильно? Сегодня у нас в криптоиндустрии, в принципе, нету такого, что ты приходишь, и говоришь, вот я такой-то, меня зовут вот так, вот мой кошелек, или меня никак не зовут, вот мой кошелек, там вот моя предыстория захешированная, зашифрованная, но там хэшем, допустим, каким-то DID, Decentralized Identificator, который есть и подтверждает мою легитимность, там, мою порядочность в финансовом как бы поведении в сфере DeFi, и я хотел бы получить кредит там в размере, не знаю, там X денег, да, и в залог я хочу положить не 150%, да, залога, а стоимости того, чего я беру, а я хочу положить 50%. То есть я хочу положить, может быть, какую-то свою NFT-шку, условно говоря, и такие проекты, кстати, сейчас развиваются, которую я купил, не знаю, там, за $100, но хотел бы получить $500 кредита, но, потому что у меня есть такая кредитная история. Это, в принципе, отсутствует сегодня пока еще, поэтому это, конечно, огромный кластер, на который мы тоже смотрим, и это как раз то направление и те недостающие кирпичики, которые нужны для того, чтобы построить эту DeFi индустрию, в принципе, масштабировалась и развивалась. И поэтому, конечно, мы на этом фокусируемся. Потом появление фарминга, так называемого, да, там yield фарминга, где внутри протоколов ты, помимо того, что зарабатываешь, допустим, в лендинговых протоколах какой-то процент за счет своего депозита, поверх этого ты получаешь какие-то токены, или ты участвуешь там в AMM-ах, предоставляешь ликвидность, получаешь поверх этого получаешь какую-то раздачу токенов, и за счет этого у тебя фарминг получается, да, а потом еще идет лего, ты какой-то LP-токен свой, который получил в лендинговой платформе, ты этим закрываешь еще куда-то в другом месте, предоставляешь там второступенчатую ликвидность или там запираешь тем самым свою лояльность, показывая, что на какое-то время эти токены не трогаешь, и взамен получаешь еще сверху какие-то токены. И это называется фармингом или DeFi Lego, где один продукт настраивается на второй, эти токены ты еще можешь отнести туда, потом это ты можешь заложить сюда, получить еще кредит или еще займ там какой-то небольшом проценте от стоимости этого займа. И таким образом за счет лего каких-то люди получают даже двух или трехступенчатых, иногда и одноступенчатых, получают какой-то высокодоходный актив. Понятно, что это очень большие риски. Нету ничего бесплатного, как бесплатный сыр мы знаем, что бывает только в мышеловке. Все это очень высокорискованные истории, но мы видим прецедент, мы видим концепцию того,
как в будущем будут выглядеть финансы. И DeFi как раз это и есть тем концептом, доказательством того, что у этого всего колоссальный потенциал и колоссальное будущее. Мы это увидели в плане, то есть, в принципе, традиционные финансы, там банкинг, займы, депозиты, переводы денег, другие инструментарии, в том числе инвестиционные, трейдинговые, все это развивается на таком децентрализованном плацдарме блокчейнов, где все доступно всем по какой-то определенной там ставке и в абсолютно другой парадигме. И, конечно же, это революционирует все, что было до сих пор в традиционных финансах. Понятно, что это произойдет не за один день, и даже не за один год, и не за несколько лет. Это займет много-много лет, чтобы полностью заменить традиционные финансы. Но мы однозначно стоим на пути замещения традиционных финансов децентрализованными финансами. Это, в принципе, продвинутые страны это признают. Мы видели такие слова уже от регулятора в Америке, и не только в Америке мы видели. Крупнейшие банкиры, в принципе, уже признают существование DeFi и говорят, что очень интересная парадигма и большие потенциалы в этом есть. Поэтому это не только внутри криптосферы все это варится, и мы все так радуемся и прыгаем отчасти от того, что мы видим, и зарабатываем какие-то проценты. Нет, это признается уже внешним миром, что потенциал здесь колоссальный. Что еще по этому слайду можно добавить? Да, мы, конечно же, из-за того, что у нас есть большой опыт и большое направление работы и с централизованными финансами, активно ищем и работаем в том числе и в выстраивании бриджей и межцентрализованных и децентрализованных финансовых каких-то решений и продуктов, которые приносят ликвидность, например, из централизованных финансов в децентрализованные, где эта ликвидность не совсем актуальна и не очень эффективна. Да, вот про эффективность как раз и идет речь, когда мы говорим, что ты должен положить залог 150% стоимости минимум, притом ниже 150% ты уже подпадаешь под ликвидацию, поэтому люди обычно там 200%, 250% ставят того, что взамен чтобы получить вот стейблкоин, например, DAI, например, да. И понятно, что это очень неэффективное использование средств. И многие люди и компании работают над этим. Там стейблкоины, на примере там Фракса проекта, на примере там Фей сейчас был последний, пока еще они борются, чтобы вывести как след. Но есть много экспериментов в том, каким образом деньги и ликвидность, в принципе, может быть использована более эффективно. И это большое поле, тоже непаханное, которое будет развиваться, и мы активно смотрим, чтобы инвестировать в этом направлении в том числе. Следующий слайд. Институционализация сектора целого. Ну, это то, что мы видим, в принципе, начиная с прошлого года, когда первые управляющие хедж-фондами, крупные имена, типа там Пол Тутер Джонса, начали заходить, потом фонд Гугенхейм начал заходить в биткоин, и они тем самым, в принципе, легитимизировали биткоин, да, и мы видим, что сегодня биткоин покупают трежеры уже у крупных компаний, таких как Tesla, например, да. Желание этих институциональных больших инвесторов участвовать в DeFi тоже растет, они видят вот этот потенциал, вот, но все еще не хватает инструментариев, не хватает безопасности, элементарно даже мультисик кошелек, его не просто так засетапить, чтобы, допустим, два человека параллельно управляли, была бы хоть какая-то безопасность этого твоего открытого кошелька. Работа с железными кошельками, с холодными, она тоже непростая, да, она очень, в плане UI, UX, она очень неудобная для конечного пользователя. Вот, очень много преград еще существует. Мы видели также инициативу, которая пришла от в штате Вайоминг, например, где было предложено легитимизировать DAO, то есть децентрализованные организации, признать их в качестве полноценных юридических лиц. Да? Так, давайте следующий слайд, быстренько я прибегу, пройдусь. Подход к выбору проектов для инвестиций. Для фонда важно оставаться сфокусированным на профильных для них секторах и тех сферах. Наши профильные сектора – это, конечно же, финансовая сфера, это CFI, DeFi, централизованные биржи, децентрализованные финансы, и децентрализованные финансы – это огромный кластер, это и лендинг, это и деривативы, это и DEXы, это и там yield farming всякие, и AMM, и много-много-много чего интересного. Наличие проблемы и правильного подхода к его решению, да, как мы подходим к выбору продукта.
Значит, первое, что мы сказали, что мы, у нас есть сферы, на которых мы фокусируемся, это большие данные, это CeFi, DeFi, это DAO, инструментарий для управления децентрализованными организациями. И сейчас, естественно, с ростом бурным NFT мы активно начали вхождение в сферу NFT, и к нам присоединилась очень крутая и серьезная команда с большой экспертизой, и мы ее дополнили той экспертизой, которая у нас была, и сейчас мы активно начали уже инвестировать в несколько проектов в NFT. Ну, у нас был и свой набор NFT, и мы по чуть-чуть заходили в какие-то проекты, но очень не массивно, скажем так. А сейчас уже более массово и агрессивно мы будем заходить в NFT в том числе. С точки зрения продукта, конечно же, наличие проблемы и правильного подхода к ее решению, ну, это стандартно в венчуре, да, то есть я ничего нового не скажу. Инновационность решений и планы проекта используют самые передовые технологии тоже являются важным фактором, да. Вот, например, сейчас мы видим фрагментацию ликвидности. То есть она с эфира ушла, ну, она не ушла, но она каким-то образом застопорилась, и очень большая ликвидность пришла на Binance Chain. Почему? Потому что Binance Chain удобен, быстр, легок, дешев в транзакционных костах. Да? И, скорее всего, мы видим еще новые сети. Мы видим сейчас уже на космосе большая активность идет, на Польке большая активность идет. Тезос чем-то угрожает что-то сделать. То же самое там Avalanche, очень интересно, у них там есть сетап сделан, да, и подготовка к тому, чтобы принять к себя и какую-то ликвидность и DeFi проекты. Поэтому однозначно кросс-чейн решения, которые позволят между различными сетками общаться, им передавать активы, передавать какие-то сообщения, взаимодействовать между ними, interoperability, эти решения очень интересные, да. Вижен, опыт команды, конечно же, очень важны. Наличие сильного лидера сегодня очень важно, потому что дефицит разработчиков, он ощутим во всем мире, и в этом плане мы активно поддерживаем разработчиков, и сейчас активно входим в сферу хакатонов и поддержки комьюнити больших. Хотим поддерживать, хотим образовывать тех даже, кто не в курсе, что это, да, в том числе и студентов. Хотим как можно больше привнести как бы добра, образования и пользы людям, молодым талантам, не только молодым, даже бывалым, кто хочет что-то сделать. И потому что, с одной стороны, дефицит разработчиков он ощутим, с другой стороны, чем больше новых людей мы приведем, тем лучше. И вот такие циклы, которые мы сейчас проходим, которые были в 2017 году, так называемый суперсайкл, да, где идет взрывной рост и взрывной приплыв новых проектов. Понятно, что не все они хорошие, понятно, что 90%, а то и больше из них, скорее всего, уже не будут через 2-3 года даже существовать. Но, тем не менее, это приводит новые таланты, это привлекает людей из других индустрий в криптоиндустрию, разработчиков, финансистов, лидеров, и они приходят. Но если мы вернемся к вопросу к подходу о выборе проектов, то, конечно же, вижен и опыт команды здесь и наличие сильного лидера проектов в части разработчиков очень важно, потому что какое-то ядро, оно должно присутствовать. Без него, если взять во внимание дефицит разработчиков и, в принципе, дефицит экспертизы в нашей сфере, то, конечно же, ядро команды, оно очень важно. Готовность, следующий критерий – это готовность команды проекта работать с партнерствами, комьюнити, которые в нашей индустрии, комьюнити, в принципе, это есть первые пользователи, ну и не только, да. Работать с инвесторами, прислушиваться инвесторов не потому, что инвесторы диктуют, а потому что, в принципе, априори изначально надо выбирать инвесторов, которые принесут какой-то value, которые смогут советовать, которые смогут продвигать вас вперед, которые помогут вам организоваться во всех отношениях. И с точки зрения чисто криптовых каких-то вопросов, там, комьюнити, токен экономика, архитектура и так далее, но и с точки зрения партнерства, с точки зрения интеграции, потому что здесь, как мы говорили на примере DeFi, мы видим, насколько важна интеграция и вот это вот лего, где один продукт встраивается в другой продукт, где они взаимодействуют, смарт-контракты между собой общаются, и появляется какой-то абсолютно новая парадигма, да, того, как финансы или как проекты IT между собой работают. Если мы раньше сравним там, интернет там, 2.0 или, допустим, там, все стартапы, которые были, начиная с 2000-х годов и там, ранних 90-х, до появления вот такой парадигмы, ну окей, были какие-то там API-шки там, или там SDK, вот подключи, вот ты получишь фит, а я разрешу, не разрешу. Здесь абсолютно все по-другому. Есть смарт-контракт, с которым твой смарт-контракт может взаимодействовать в полной мере, и сама природа этих смарт-контрактов и этих проектов сейчас,
она так называемая там permissionless, то есть она не позволяет тебе запретить кому-то ею пользоваться. Мы прекрасно видели на примере там всяческих форков, которые происходили. Все открыто, все лежит в GitHub, бери, не хочу, пользуйся, делай лучше, если можешь. И уж тем более взаимодействуй со мной, там, кооперируй со мной, интегрируйся со мной, и давайте будем полезны друг другу. Поэтому в этой части очень, очень важно, чтобы команда была открыта и понимала, в какой парадигме мы развиваемся и живем в этом новом мире блокчейна и криптовалют. Так, следующий слайд, что у нас? По поводу портфеля, да, мы очень активно инвестировали в DAO. Децентрализованная организация, начиная с прошлого года. Мы сделали большой акцент на этом. Да, потому что DAO, для тех, кто не знает, а для тех, кто знает, наверное, не ново, что DAO – это новая форма организации взаимодействия. Как для инвестирования, так и для управления проектом. Мы видим большую, огромную, на самом деле, перспективу в инструментах для управления DAO, его трежери, воутингом, то есть голосованиями и так далее, и так далее. Вот это вот предложение того же самого там, штата Вайоминга, там, их местного парламента о том, чтобы признать DAO правомерными как бы, юридическими лицами или юридической организацией, это на самом деле что-то, что будет все больше и больше появляться, и мы к этому придем. И не будет необходимости формирования юрлиц как таковых, открытия банковских счетов, управление, то есть все управление, совет директоров, голосование, какие-то выпуск каких-то акций, IPO. Понятно, что все это уходит. И для этого всего нам нужна правильная форма организации этих там стартапов, проектов и так далее. И DAO – это как раз вот та форма организации, которая уже получила огромное распространение, и, скорее всего, она будет только больше и больше расти, поэтому мы однозначно делаем фокус на этом всем и инвестируем в это все. Инкубирование – это прекрасный способ. Как бы для фондов мы лучше таким образом узнаем проект, чем можем ему помочь с самых ранних стадий. Для проекта понятно, что это большие плюсы, получают помощь менторов, познакомиться с другими инвесторами, с разными идеями, с другими портфельными компаниями, чтобы работать вместе и коллаборировать, строить что-то совместно. В принципе, на этом все. Немножко дольше, чем я планировал, минут на 7. Но у нас есть 30 минут на вопросы и ответы. Я не знаю, будем ли мы проходиться по вопросам и ответам, которые в комментариях. Я это предоставлю Эдуарду на его решение. Но я знаю, что было большое количество вопросов, которые были уже и заранее. Поэтому мы можем по ним пробежаться. И судя по тому, что я посмотрел, у меня будет 1 минута максимум на каждый вопрос. Да, один вопрос из чата задам. Вы, Рафаэль, очень хорошо рассказали, что каждый проект должен иметь сильного лидера, и Роман задает вопрос, какими компетенциями, да, вот этот сильный лидер должен обладать в багаже. То есть мы знаем, что если там говорим про девелоперские навыки, да, то это там, скажем так, умение, да, не знаю, писать код, либо какие-то soft skills, да, там, например, дух задавать команде или еще что-то. То есть не могли бы вы подробнее про это рассказать? Однозначно, лидерство – это очень важно. Однозначно, лидерство очень важно. Но мы сегодня, у нас нет такого, что вот если он не лидер, вот у него недостаточно харизмы, то проект плохой. Нет. Человек может быть там интровертом, например, но быть каким-то суперсильным кодером. Да? Если ты замечаешь за ним это, если ты видишь эту перспективу, если ты видишь в нем этот потенциал, и ты видишь, в таком случае, наверное, мы смотрим на гениальность кода, да, или продукты. Если человек не может даже передать, что он строит. Поэтому мы и так смотрим, и так смотрим. Человек может быть просто кодером, и он может быть не харизматичным и не каким-то визионером, или он визионер, но не может его передать. А может быть и наоборот, то есть человек, фаундер, он визионер, он харизматичный, он лидер, но в любом случае сегодня в нашей парадигме, опять-таки в той, в которой мы развиваемся на блокчейнах, где код является пожирателем всего, да, и код является основой траста, то есть доверия, основой всего проекта, а не что-то остальное. Даже не какой-то интерфейс, даже не дизайн, а вот именно код. И поэтому даже при таком фаундере сильном, но там, допустим, не программисте самим по себе, очень важно, чтобы при нем был какой-то программист, который умеет хорошо писать, и мы смогли бы это посмотреть. И потом, конечно, можно помочь ему набрать. Но сегодня мы даже не смотрим просто на идеи и сильных фаундеров без кода и без продукта. Понял. Спасибо большое. Так, перейдем быстренько к вопросам из формы. Вы на самом деле
друзья очень много вопросов прислали, отобрали самые релевантные и быстренько пробежимся по ним. Первый вопрос. Добрый день. Планирует ли фонд Bear Capital инвестировать в новые проекты в ближайшем будущем? Ну, конечно, мы инвестируем, продолжаем инвестировать и останавливаться. Следующий вопрос тоже достаточно интересный. Понятно, что основная задача фонда – это заработать денег. А каким образом вы фиксируете прибыль? Вы сливаете в стакан после выхода проекта, ставите айсберги или просто перепродаете ваши монеты вне биржи? Честно скажу, мы пока ни из чего не выходили. То есть мы когда заходим, мы заходим с прицелом на какой-то срок инвестирования. Горизонт, скорее всего, в любом случае, даже на то, что становится ликвидным, оно как минимум год-два. А те проекты, которые качественные, они в принципе подразумевают локап определенный. То есть у тебя токенов нет, и ты не должен. И правильный, хороший инвестор, он не должен быстро выходить. Поэтому, да, конечно же, в определенный момент мы, может быть, часть токенов будем выходить, потому что инвесторы хотят видеть прибыль, но я лично пока не выхожу, не собираюсь выходить ниоткуда. Понял, да. Учитывайте это, друзья, тоже очень интересно. А следующий вопрос. Только долгая перспектива и длинный горизонт инвестирования в качественные проекты могут принести большой ретерн и большие заработки. Такой строгий ходл. Спасибо. А следующий вопрос. А какое из направлений разработки, которое вы поддерживаете на данный момент, является самым перспективным для инвестирования? Еще раз, можно какой? Какое из направлений разработки, то есть, может быть, NFT, да, что-то из DeFi и так далее, которые вы сами поддерживаете, на ваш взгляд, является на данный момент самым перспективным для инвестирования? Ну, самым перспективным для инвестирования тут есть, опять-таки, все, что я буду говорить, во-первых, это никакой совет никуда инвестировать, естественно, да, но если... А все, что я буду говорить, исходя из видения и стратегии фонда. А мы инвестируем в долгосрок, поэтому надо понимать, что это долгосрочное. Самым перспективным я считаю пересечение больших данных и DeFi. Да, поясню, что я имею в виду. Большие данные, они тоже commodity, то есть это тоже какая-то определенная валюта. Сегодня, если мы смотрим на текущий интернет, который мы видим, Facebook, Amazon, все Google и такие, да, у них их основная валюта, основная ценность – данные, которыми они владеют. И они сегодня узурпировали это все и монетизируют. На блокчейне мы все это поменяем с помощью открытых блокчейнов, там, открытой монетизации данных, доступ к своим данным, возможность управлять своими данными, и не только, и большими данными корпорации, в том числе, они не должны делиться ее без хаотично, как каким-то образом на свое усмотрение. Вот это все будет монетизироваться. Монетизироваться будет оно в парадигмах DeFi, которые мы видели. То есть данные – это товар, данные – это value, данные – это commodity, которым нужно и можно торговать. И, соответственно, то, что мы видели сегодня в DeFi, как только мир поймет и инфраструктура будет готова для того, чтобы большие данные и, в принципе, данные были бы монетизированы с помощью парадигм DeFi и там IMM-ов, это будет огромный-огромный взрыв. Я считаю, что это будет большой-большой подъем и очень большой сектор, который будет бурно развиваться, в том числе и с участием больших корпораций, которые сегодня владеют этими большими данными. Спасибо. Следующий вопрос. Отчасти вы рассказали, раскрыли его на презентации, но думаю, что сможете рассказать еще больше деталей. А вопрос следующий. Каким вы видите будущее DeFi? Чего, по вашему мнению, сейчас не хватает этой сфере? Ну, тут очень много, как я сказал, недостающих кирпичиков, да. Один из них – это то, что я упомянул во время презентации, это там скоринг, да, то есть кредит скор, история какая-то, легитимность, история там, да, насколько тому иному кошельку, в кавычках, можно доверять. Сфера безопасности очень актуальна, и в этом плане мы, конечно же, там поддерживаем страховые всякие DeFi проекты, типа Армора, типа Нексуса. Мы работаем также с несколькими проектами, которые предоставляют так называемую баунти-программу, то есть при нахождении уязвимостей тот, кто нашел уязвимость, получает вознаграждение, и вознаграждения очень большие. Недавно проект Immunify, например, он выплатил более $1 миллиона одному так называемому там white hacker, white hat hacker, который нашел уязвимость.
И я считаю, что тут будет набирать больше и больше оборотов, на самом деле, вот эта вот индустрия. Потому что хакерам, я все-таки считаю, что добро всегда побеждает зло, да, и белого больше, чем черного. Как мы знаем, одна маленькая спичка, она, в принципе, побеждает всю темноту в комнате, которая может быть, да. И поэтому в этом плане белые хакеры, я думаю, что они, конечно, у нас будут хаки, у нас будут там взломы, там уведение, увод денег. И, к сожалению, велика вероятность, наверное, что мы даже увидим очень большой какой-то хак, к сожалению, да. Вот. Но проблема у них в том, что куда они дальше выводят. То есть эти деньги не так легко потом, там, грубо говоря, там, отбелить или отстирать, или куда-то вывести. Но все эти миксеры и какие-то privacy монеты, они на самом деле не способны с такой легкостью взять и просто перелопатить или пропустить через себя колоссальный объем, даже в размере там, 10 миллионов долларов. Поэтому это направление мы тоже поддерживаем, возвращаясь к вопросу, да, баунти-программы, где все желающие и умеющие, они находят уязвимости, за это получают вознаграждение, и, в принципе, немалые вознаграждения. Некоторые вознаграждения просто по-английски там life-changing, да, такие суммы денег, которые, в принципе, меняют жизнь человека, получить за нахождение уязвимости миллион долларов или там 500 тысяч долларов. Колоссальные деньги. Спасибо. Следующий вопрос, Рафаэль. Говоря о нашем текущем хакатоне, рассматривает ли ваш фонд возможность инвестирования в проект, который займет первое место на виртуальном хакатоне? Да, конечно, мы плотно смотрим, отслеживаем, анализируем, конечно. Как я сказал, хакатоны сегодня являются вот этой воронкой, где тебе легко, потому что ты можешь открыть почтовый ящик, у тебя там тысячи проектов, которые тебе присылают. Ну как ты будешь их фильтровать? Для этого, вы же понимаете, на каждый проект у тебя уйдет как минимум при самом оптимальном изучении несколько часов. Да, то есть несколько часов на каждый проект. У тебя может поступать сотни проектов за месяц. Понятно, что качественно невозможно. Поэтому и для новых проектов, и для новых фаундеров идти в сторону хакатонов, в сторону лабораторий, тот же самый там Binance Labs. Этих лабораторий на самом деле очень много. Инкубаторов, лабораторий и так далее. И вот попытаться через них проходить. Вот один из лучших проектов, кстати, я сразу отвечу, наверное, на следующий вопрос. Почему EBNS, мы входили, это Ethereum Notification Service, это такие пуш-сообщения, которые к нам на телефон обычно приходят, но с блокчейном, да, они развивают. Это один из тех кирпичиков, которые не хватает. Сегодня в DAO и в DeFi проходят активные какие-то голосования. Не все принимают участие, но какая-то часть принимает участие, держатели токенов в этих голосованиях. А каким образом, что выдвинуто голосование, что голосование прошло, что не знаю, какая-то новая ферма открылась или какой-то новый волт открылся, да? Еще куча разных сообщений, которые на блокчейне происходят, или с твоим кошельком тебе что-то поступило, что-то ушло, да, или какой-то airdrop ты получил. И это только начало, и все это будет собираться в одной аппликации, да? И вот как раз вот это проект EPNS. Он вышел из нескольких хакатонов, то есть он проходил в течение года. Мы с ним на очень ранней стадии с ними познакомились еще в прошлом году летом, и вот только сейчас они залистились, да. И то не везде залистились, то есть Binance еще, скорее всего, впереди и большие биржи. И этот проект, то есть года они строили, даже полтора они строили, но первые 6-8 месяцев они как раз участвовали в хакатонах, там F-Global, Корнели всякие, которые против Gitcoin проходили. Это как раз те плацдармы, через которые надо проходить. Надо понимать, что overnight, там, ты лег и утром проснулся богатым, такого не бывает, даже у тебя очень хороший проект. Даже у тебя уже какой-то продукт есть работающий, который ты можешь показать. Это все-таки работа, это все-таки беготня, это все-таки общение, выступление и так далее, и так далее. Спасибо. На самом деле, от себя тоже хотел добавить один момент. У нас вчера была сессия с Binance Labs, и тоже очень много вопросов присылали, да, о том, как, в принципе, как найти поддержку, да, молодому проекту, где, как правило, допустим, в команде много энтузиастов, да, есть идея, но нет возможностей, ну, нет финансирования, да, как такового. И ребята из команды Binance Labs тоже говорили, Гэри говорил, что... Хакатоны и, в принципе, гранты – это прекрасная возможность, да, тоже участвовать, поэтому
ребята, кто занимается разработкой проектов, да, я думаю, что надо определенно обратить внимание на совет Рафаэля. Спасибо вам большое. Следующий вопрос. При аналитическом отборе проектов упор делается на более инновационные технологии функции или же на более на обкатанные и понятные? Конечно же, инновационные идеи, они очень интересны. То есть, когда, ну, во-первых, давайте так, это не мои слова, мне кажется, это Крис Диксон из Андерса Хоровица сказал, что, ну, это наверняка не его слова тоже. Он сказал, что вот когда у нас будет блокчейн, который способен проводить 1 000 000 транзакций в секунду, такого у нас пока еще как бы в перспективе еще нету, скорее всего, с помощью кросс-чейна в Layer 2 и вот этой большой махины межблокчейновских каких-то транзакций мы сможем, мы получим какую-то большую, огромную там мир блокчейна, в которой каждую секунду проходит совокупность 1 000 000 транзакций. Вот, вот когда мы к этому придем, только тогда, наверное, мы сможем реализовывать какой-то новый потенциал и поймем, какие еще новые аппликации, новые применения, новые какие-то вещи будут как грибы всплывать уже тогда. Сейчас нам даже трудно, наверное, представить. Вот смотрите, у нас... Когда у нас интернет был, там, телефоны через проводы, модемы, да, вот эти вот звуки издавались, да, понятно, что тогда мы не могли даже мечтать о том, что у нас будет какой-то мобильный интернет, у нас все будет в телефоне, у нас будет заказ еды по телефону, у нас будет там Яндекс.Такси, у нас будет Airbnb, у нас будет криптобиржа, прямо Binance в телефоне сидеть, которой мы сможем торговать какими-то виртуальными валютами. То есть невозможно было даже представить себе, наверное, большую часть того, что мы сейчас имеем. Что-то представляли, что-то пробовали, да, и так далее. Вот. Надо, просто чтобы понимать, в 90-м или 88-м году Билл Гейтс, когда выпустил свою одну из первых книг, он про интернет говорил, что у интернета нет будущего. Это Билл Гейтс, который на тот момент уже был там мультимиллионером и был там ведущим разработчиком программного обеспечения операционной системы мировой ПК. Билл Гейтс даже тогда не мог предсказать, что интернет будет чем-то сумасшедшим, революционным. И, кстати, интересный факт, что он через там буквально полгода или меньше, или год, не помню сколько точно, он выпустил следующее обновление своей книги, editorial, в котором он эту главу внес коррекцию и признал, что он ошибается. Тогда он думал, что enterprise сетки внутри корпорации, они это как раз вот то будущее, которое, вот там есть инновация, и вот это важно. А вот этот открытый интернет, ну это фигня, он говорил, ну что там, как бы это вся экономика интернета, это 200 миллионов долларов, или сколько там было в то время, да, вся экономика. Все плевались, банки, да кто пойдет в банки, издательства, да ну нафиг, слушайте, вот, никто не уйдет от книг, никто не уйдет от газет, никто не уйдет от традиционных СМИ, телевизоров, да. Даже представить этого не могли. Даже то, что представляли, они говорили, что этого не произойдет. А новые вещи, которые мы сейчас видим, некоторые из них даже это большую часть не представляли. То есть, когда инфраструктура созревает, когда есть возможность уже появляться чему-то новому, более продвинутому, или то, что сейчас невозможно сделать, появляются новые use cases. Поэтому, конечно же, новые идеи, какие-то инновационные идеи, их сложно анализировать. Под них сложно понять, какой маркет у него в будущем, да, addressable там, потенциал. Но они очень интересны. И они интересны в том плане еще, что они заставляют тебя, твои извилины шевелиться. То есть ты пытаешься представить, что это, пытаешься представить, как это интегрируется в текущее. Мы не говорим о каких-то футуристических вещах. Нам поступало много проектов, DeFi, например, там, деривативных, которые использовали какие-то... пытались внедрить и пытаются внедрить какие-то теории математические, экономические внедрить. Из-за того, что DeFi, он кардинально отличается от традиционных финансов, то какие-то теории экономические, финансовые пытаются здесь внедрить. И это очень интересно. Изучать, понять, насколько это интересно, потенциально реализуемо, нереализуемо. И то интересно, конечно же. Спасибо. Очень подробно и очень, на самом деле, интересно. Следующий вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, есть очень крутая идея и понимание, как ее реализовать через возможности DeFi, но отсутствует знание в разработке. Что мне делать? Лучше найти человека или группу людей со скиллами, которые уже умеют разрабатывать, и попробовать вместе с ними реализовать идею, или же это очень рискованно, и мою идею могут украсть, а значит, лучше начать учиться и разрабатывать самому.
Я бы сказал, что и то, и то. То есть, с одной стороны, надо немножко научиться кодить. Вот. У меня до сих пор стоит задача, которую я где-то пару лет назад себе поставил, где-то в ту-ду-листе, начинать потихоньку кодить. Да? Я учил в институте кодить, но в этом направлении я не продолжу, так и не научился. Но, конечно, желательно было бы научиться кодить. Но если это не представляется возможным, то те же самые хакатоны. То есть есть хакатоны, где собираются даже люди, которые приходят в одиночку. Кто-то приходит с идеей, кто-то приходит со скиллами и со знанием программировать. И на хакатонах очень часто формируются команды. То есть это то, что происходит на многих хакатонах, которые для этого и предназначены. Да. И на этих хакатонах собирается команда, решается конкретная задача, конкретная проблема. Или пытаются реализовать какую-то на уровне даже прототипа или на уровне концепта ту идею, которая у тебя, у человека может быть. Поэтому я бы сказал, хакатоны или какие-то лэбс, да, лаборатории, в том числе и Binance Labs, я думаю, этим может. И можно прогуглить, что есть в России или в Украине, или в том месте, где вы живете, посмотреть, какие лэбс существуют. Спасибо. А следующий вопрос тоже очень интересный. Расскажите о вашей худшей и лучшей инвестиции. Худшую инвестицию, наверное, я не назову. Это была централизованная, токен централизованной биржи. А лучшую я могу назвать только, наверное, на данный момент. Одна из них, которую как раз называл, и люди спрашивали про EPNS, Ethereum Push Notification Service. Проект Serum, одна из лучших, я бы сказал, инвестиций, это было еще год назад, которую запустил фаундер FTX, Сэм. Что бы я еще назвал? Anchor – это лендинговая платформа, запущенная на блокчейне Tendermint, блокчейн Terra называется, с технологией Tendermint. Они недавно запускались, тоже отлично, отлично у нас получилось. Но назвать, что в итоге будет самым лучшим, наверное, рановато. Так как мы еще будем долго держать, скорее всего, я не исключаю, что кто-то кого-то обгонит. Крутой инвестиции в итоге. Но проекты должны быть крутые, опять-таки, я называю эти проекты не потому, что они только принесли там хорошую доходность, а потому что я ими горжусь просто, они мне нравятся, нам они нравятся, нам нравятся, в принципе, все проекты. И мы вникаем, насколько можем глубоко, мы помогаем им интегрироваться, мы строим какие-то интерфейсы для них, мы их соединяем с каким-то девелопером, мы помогаем найти им сотрудников, мы помогаем с интеграциями, помогаем с подачей каких-то идей. То есть это не просто так, что дал деньги, там все залетелось, полетелось, отлично, вышел, слил стакан, пошли дальше. Это не совсем то, чем хочется в жизни заниматься. Спасибо. Следующий вопрос к вам, Рафаэль. Добрый день. Как часто ваш фонд, входящий в топ маркетмейкеров на крупнейших криптобиржах, ошибается при выборе проектов для инвестирования? Особенно меня интересует количество проектов, которые вы рассматривали для инвестиционной поддержки, не выбрали, а они в итоге выстрелили без вашего участия. Спасибо. На моей памяти один проект, который мы не вошли, который выстрелил. Он назывался, это такая Mobile First опционное приложение для торговли опционами на биткоин. Не помню, как это называлось. Да. Но вот это вот, который, есть больше проектов, в которые мы просто не смогли войти, но выстрелили. То есть, которые мы не смогли войти, которые нам не дали поучаствовать по той или иной причине. Понял. Спасибо. Следующий вопрос от пользователя с ником Марк Энтони. Вопрос следующий. Ваш фонд, ориентированный на криптоэкономику, может ли дать какие-то советы по отбору проектов для инвестирования обычным инвесторам из комьюнити Binance? Извини, пожалуйста, я зачитался здесь в чате и только последнюю часть слышал. Да, сейчас я продублирую вопрос. Ваш фонд, ориентированный на криптоэкономику, может ли дать какие-либо советы по отбору проектов для инвестирования обычным инвесторам из комьюнити Binance? То есть частным. Да. Это очень трудно сделать. Надо просто смотреть бэкграунд. Я бы сказал так, если есть нормальные, порядочные фонды, или, допустим, там Binance Labs, который вы знаете, что проект поддерживали, да, и развивали, то потенциально вот в таких вот раундах можно участвовать.
ну, как бы стараться зайти в правила там какие-то раунды, паблик-раунды, которые там на ланчпадах или еще где-то запускаются в таких проектах. Не стараться лезть в хайп абсолютно. То есть эти хайпы, они редко приводят, ну, приводят, наверное, кому-то, но это надо быть везунчиком, наверное, чтобы так получилось. А если мы говорим про инвестиции, то лучше понять, что у проекта, лучше заходить в проект на более поздней стадии, да, но понимать, что этот проект имеет серьезную поддержку в виде там адвайзеров, фондов, каких-то Binance Labs, например, и тогда, конечно же, это более-менее понятная история, в которую можно рисковать и заходить. Угу. Понял, спасибо. Следующий вопрос. А как фонд BR Capital отбирает проекты, поскольку априори неизвестно, какой проект из всех имеет шансы вырасти в первоклассную инновационную компанию, что нужно иметь за плечами. Также интересует, как проходит анализ проекта, сколько этапов рассматривает бизнес-ангелы. Заранее спасибо за ваши ответы. Ну, отчасти мы давали уже ответы и по презентации, и по вопросам, которые мы сейчас ранее отвечали. Этапов очень много на самом деле, да, то есть первый этап – это когда ты узнаешь проект, второй проект – ты первоначально его одобряешь, на уровне там аналитическом и первоначальном, да, и подходит ли он под нашу индустрию, под наш фокус, который мы держим все-таки в фонде. Потом он, если он проходит первоначальное одобрение, он проходит уже более детальный due deal, то есть мы изучаем фаундеров, мы смотрим какой бэкграунд, мы пытаемся посмотреть в том числе и код. Потом, конечно же, мы смотрим, кто за проектом стоит, как люди уже непосредственно смотрим, кто еще их поддерживает, если поддерживает, оценим с точки зрения целесообразности, во сколько они оценивают раунд, сколько денег они хотят поднять. Затем выносится предварительно на одобрение комитета, то есть есть инвестиционный комитет, где это все одобряется, где как бы защищается проект, да, с точки зрения его инвестиционной привлекательности, определяемся, какую сумму мы хотим инвестировать. После этого подтверждаем с проектом, ведем его дальше, но все время, вплоть до отправки денег, мы продолжаем исследовать, продолжаем изучать, продолжаем и, в принципе, начинаем помогать даже уже проекту со знакомствами, с интеграциями, даже до закрытия раунда начинаем. Так что, ну, такой как-то процесс. Сегодня эти процессы, раньше эти процессы могли до месяца и полутора тянуться. Сейчас эти процессы с определением, они должны быть очень быстрые, и мы быстро подстраиваемся под ситуацию, в принципе, уже иногда... Иногда даже страшно говорить, как быстро приходится принимать решения. Спасибо. Следующий вопрос. Что может предложить фонд, кроме денег? Ну, я обсуждал, в принципе, все, что я раньше уже рассказывал. Получилось так, что я ответил уже на это. Эдуард, извини, пожалуйста, давайте, может, попробуем пробежаться по выделенным вопросам, которые да, были. Да, окей. Дальше, потому что нас 8 минут осталось. Да, следующий вопрос. Возможно ли, начиная с обычной проектной командной друзей, разрастись до уровня вашего фонда с выходом на мировой рынок? Есть ли у вас примеры команд, которые похожим образом выросли на ваших глазах либо присоединились к вам в фонд? Ну, однозначно к нам присоединилась одна команда, которая себя проявила в сфере NFT, и мне не стыдно признать, что они круче нас в NFT, и их экспертиза нам очень нужна, и мы очень гордимся, что мы с ними вместе будем двигаться и инвестировать в NFT, в том числе и строить кое-какие вещи вместе с ними. Мы выросли из ничего, да, ну, так же, как любой другой человек. И очень многие, кого я знаю в криптоиндустрии, то есть такие чисто криптофонды, очень многие, у которых не было какого-то бэкграунда венчурного инвестирования, или они были венчурным фондом и открыли венчурный, какой-то крипто-венчур-фонд, очень многие, сплошь и рядом. Поэтому, и так как я уже сказал, мы только-только начинаем, любой может сделать то же самое. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки в большинстве случаев пока что только активный, агрессивный, достаточно дорогостоящий маркетинг может создать первичный рынок спроса на токены среди пользователей после выхода токена на биржу? Или же все-таки продукт, который разрабатывает команда, может, скажем так, опередить маркетинг, да, и, соответственно, создать тот же самый спрос? Если первое, то когда, по-вашему, мы перейдем к этапу, когда сами криптопродукты своим качеством будут напрямую формировать спрос на токены на биржах? Спасибо. Ну, этот вопрос, он традиционный, в принципе, да, он не является чисто таким криптовым.
Ну вот Coinbase, например, биржа Coinbase, она вышла на IPO сейчас. Она решила пойти путем IPO, а не путем там токенизации своего токена и так далее. Вот что послужило? Окей, у них был продукт, там клиенты, миллионы и так далее. Тут вопрос, наверное, касается больше каких-то новых проектов, которые выходят и там листятся на биржах или на дексах. Маркетинг никто не отменял. Как бы самый лучший проект с плохим маркетингом, он не может не взлететь. А такой среднячковый проект с хорошим маркетингом можно взлететь. Поэтому тут ничего плохого в маркетинге нет. Да, хотя я сам не маркетинг-человек, я в этом плане вообще ничего не понимаю. И это не то, что мы приносим как бы, проект, а мы можем им активно помогать. Да, но маркетинг никто не отменял. Он нужен, он был, есть и будет. И у хороших проектов, и у плохих проектов. Поэтому что первичнее? Для меня первичнее, конечно же, продукт. Потому что если я вижу хороший продукт, я предпочитаю найти хороший продукт и сделать ему маркетинг, чем увидеть там продукт с хорошим, с крутым маркетингом, да, но непонятно каким продуктом или еще чем-то. Так что для меня первее, конечно, продукт. Спасибо. А двигаемся дальше. А, хороший вопрос. А где найти инвесторов на проекты в Украине? А какие основные критерии отбора кандидатов? Есть ли вообще перспектива данных проектов в Украине, на ваш взгляд? Что значит, если в Украине сидят такие же классные ребята и девчонки, которые как сидят и в России, и в Казахстане, и в Грузии, и в Прибалтике, и в Беларуси, и везде. Такие же. Поэтому, что значит, есть ли перспективы еще? Какие перспективы есть? Мне кажется, с Украины там немало хороших проектов вышло. И выйдет еще больше. А где искать? Все там же, в хакатонах, в сообществах. Сегодня все удаленно, можно участвовать, можно пытаться, можно пробовать. Конечно, да, очень нужен английский язык для этого, вот у кого с этим проблема, может быть, кодить и не обязательно учить, хотя желательно, но английский обязательно, я бы сказал, учить. Спасибо. Следующий вопрос касательно NFT. Уже можно создавать NFT-картинки, NFT-видео, можно сделать музыкальные NFT и так далее. Какой, по вашему мнению, будет следующий этап в развитии NFT-токенов? Будет ли это квартира в Подмосковье в виде NFT или интерьер этой квартиры, например? Спасибо. Я бы предпочел смотреть на будущее все-таки не в... Да, NFT, в принципе, это все. Все в нашей жизни можно превратить в NFT. Все, что мы собираем, все предметы, которые у нас есть, и они уникальны для нас, или они сделаны под нас, или мы уже их носили, даже простую кепку, они становятся NFT-шкой, по сути. Они уникальны тем, что они наши. Да? Или они уникальны тем, что мы ими пользуемся. И, в принципе, айтемы, да, вещи... Предметы из реального мира, sorry, немножко с английским перевод, это самое. Вещи из реального мира, они могут быть токенизированы в виде NFT, предоставлены там, в виртуальном мире в виде токенизации. Но я бы говорил все-таки, что я вижу и что нам интересно и куда мы двигаемся, это виртуальные миры. Это VR, это метаверсы, которые существуют, типа Decentraland, типа Somnium, типа Voxels. Это виртуальные миры, которые сидят и построены на блокчейнах, и там мы видим огромное применение wearables, то есть там часы, одежда, кроссовки, виртуальные галереи, даже мебель, элементарно мебель, она тоже в виде NFT-шек, она в виде токенов может быть представлена в этих виртуальных мирах. Целые экономики уже начинают зарождаться там, то есть там рекламы, допустим, рекламные щиты, на улицах, да, в этих мирах они зарождаются. Виртуальные конференции, виртуальные конгресс-холлы, где проводятся виртуальные, реальные конференции, в принципе, даже на сферу там крипты проводятся уже, в децентрализации проводились. Какие-то тусовки проводятся. Я думаю, что это большое поле такое, где NFT найдут свое применение, и нам это нравится, мы туда смотрим, мы в это инвестируем. Спасибо, Рафаэль. Мы на самом деле пробежались по самым таким релевантным, да, вопросам. Сейчас у меня есть какая-то просьба. Да. Да. Одна просьба. Мы обещали, что выберем 5 самых интересных вопросов, которые прозвучали, да, сегодня. И мы от себя, от Binance, подарим авторам этих вопросов по эксклюзивному NFT. Вот. И сейчас не могли, пожалуйста, вот. Те вопросы, да, 5 каких-то выбрать, самых интересных, которые вам больше всего понравились, чтобы мы их, соответственно... Давайте я попробую сейчас быстренько открыть, да, эти вопросы, которые у нас были.
Буквально секундочку. Так. Да, пока со временем отвечу. Яков думает, что мы в трансляции. Ой, в записи. Нет, мы в лайве. Прошу прощения, Рафаэль. Нет, мы в лайве, да. Так, ну что, я думаю, что однозначно вопрос по поводу того, каким вы видите будущее DeFi, и чего, по вашему мнению, сейчас не хватает. Это очень актуальный вопрос, и я просто с большим удовольствием на него всегда отвечаю, на подобного рода вопросы. Я бы его точно сказал как очень вопрос, который мне понравился лично. Дальше. Еще секундочку. Так. Возможно ли, начиная с обычной проектной команды друзей, разрастись до уровня вашего фонда? Ну, так это про нас было, и немножко тут, немножко, скажем так, комплимент был в нашу сторону, я бы его поддержал, но, наверное, это не совсем правильно. Ну, окей. Так. Я бы выделил также из последних вопросов вопросы по поводу Украины, где найти инвесторов Украины, какие основные критерии отбора, да, потому что тоже хороший вопрос был. И какой-то один из первых вопросов мне понравился, не могу вспомнить. Не могу вспомнить, так. Сколько еще нам нужно отобрать? А, два вопроса. Вот помните, был вопрос, который говорил, что если есть идея, но нужно ли кодить лучше или прийти и найти разработчиков, которые могут украсть идею? У меня вот этот вопрос, потому что он касаемо разработчиков, я хотел бы его тоже отметить. Угу. Хороший, да, вопрос. Да, вижу. Нет, прикольно. Ну, наверное, вопрос вложение, вот вопрос был, вложение в уже готовые проекты или ну, вот помните, вопрос был по поводу каких-то инновационных идей или уже устаканившихся каких-то идей, но там новая реализация. Да. Тоже такой интересный. Все, нашел его, вижу. Спасибо, Рафаэль. Все вопросы выделили. На самом деле сессия была очень интересная. Было действительно очень много полезной информации. Сам слушал с полным восторгом, потому что давно не слышал такой живой речи, да, конкретных и примеры кейсов тоже, да, в которые инвестирует ваш фонд, почему инвестирует, по каким критериям он отбирает. Я думаю, что очень будет полезно, как, ну, я думаю, что абсолютно для всех, да, как для проектов, да, которые там начинают формироваться, так и для комьюнити, да. Спасибо вам большое, что уделили спасибо. Время. Друзья, спасибо, если вы... Спасибо, да. Binance за все, что он делает, как бы огромные усилия в поддержку индустрии, экосистемы, разработчиков, колоссальные усилия в это вкладываются, и это очень замечательно, мы этому очень рады, мы рады быть дружными с Binance, мы рады быть партнерами с Binance, и... Вот люди пишут, что не обсуждали вопросы. Да, к сожалению, вопросы, которые заранее поступали, их было очень много, поэтому по чату просто физически не успели мы пробежаться. А так хочу сказать, друзья, индустрия очень волнительная, очень интересная, очень перспективная. Столько чего нового можно понастроить, и мы живем как раз в эпоху, где мы должны использовать этот шанс, где мы можем привнести инновации, построить что-то хорошее, что-то крутое, что-то новое. И по ходу дела еще и заработать деньги и добиться успеха. Поэтому ну, что может быть лучше? Присоединяйтесь, изучайте, стройте, будем поддерживать, будем рядом вместе с Binance. И вперед. Спасибо. Светлое, красивое, перспективное, интересное будущее. Да, спасибо всем. Пока. Всем хорошего вечера. Спасибо большое.